Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Могут ли куры, ну и петухи тоже, считать капусту? Ну-ка посмотрим. Клюют ли куры деньги или нет? Это первый раз они видят такое непонятное что. Все, естественно, пытаются разобраться, что оно такое, с чем его едят. Когда, до обеда, после или вместо. Куры, куры. Ну-ка, подходим. Так, что-то там выклюнул. Выклюнул, выглянул, выклюнул. Клюнул, переклюнул. Не, наверное, слишком тугая. Придется или проваривать, или еще что-то такое. А стучит это... Там курица в ведро залезла, вчерашний суп доедает, примерзший. Все любят подогретое. Гречневый суп любят подогретые. Ну, в принципе, интересно, что оно такое. О, удалось оторвать. Слишком легкое, нельзя это нормально съесть. Понесу туда поближе, к курятнику. Так что первый опыт, как всегда, неудачный. Арсений Селезнев, Зверобой. Со мной поделились капустой, которую я поливал целое лето. Так случилось. Ну а теперь пусть куры клюют. Если не получится, буду варить. Или измельчать там другим способом, насекать. У меня есть такой нож, мачете. Буду измельчать мелко, а потом уже давать. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Давайте курам зелень, капусту. Смотрите обновления. Пока.